В Дагестане на сегодняшний день проживает более 3500 ветеранов и инвалидов боевых действий. В памяти погибших они провели праздничный митинг у мемориала павшим воинам. Со словами благодарности погибшим героям выступили военные, представители администрации города, Министерства труда Дагестана и регионального отделения партии «Единая Россия», а также родители погибших солдат. Уже после состоялось возложение цветов к мемориалу. Около 6 тысяч дагестанцев там было. И должен вам сказать, они достойно выполнили задание Родины. А моя задача была помочь этим органам и, конечно, до минимума свести участие наших сотрудников, посланцев в операциях силовых. А там шла война, и пришлось в конечном счете активно участвовать в войне с вооруженной оппозицией. И ребята там достойно выполнили задание.